Город Пермь. Вот это у нас подпольная комната. Вот. Так, распечатываем билеты. И у нас уже, походу, Дмитрий пришел. Работал? Маш, привет. Что ты тут делаешь? На Калаврат пришла последний. Где твой Калаврат? Покажи мне. Тебе дали? Зачем тебе дали? То, что я пришла сюда. Я постоянный клиент, я прихожу сюда столько раз, знаете. А что ты тут делаешь? У тебя есть тату у тебя? Да. Покажи. Вот. Ни одной машины нет. Понятно, здорово. И что тут нет? Да. Такой вот у нас затылок. Вот. Спанч Боб отдыхает. Боль. Боль равно деньги. Все в Инстаграм история полетела, да? Еще нет, с Вайбером. Все, не больно? А то я выло, не надо. Так, не тряпай, не знаю, что больно. Я все сделал, но у меня зубов нет вообще. Внимание привлекать. Подожди. Я не хочу. Всем привет, друзья! У нас в гостях молодой блогер Мария. Мария, поздоровайся с подписчиками. Чё? На, снимай. Все, запись идет уже. Короче, чтобы он закрывал рот, ему дают вот такие затычки. А он все равно не затыкается. Ну, там где вы что видишь? Я вижу желтый пердак. Я на нем акцентирую свое внимание. А еще вот на этих штуках вон какие-то длинные торчат. Кудряшки тут уродские, надо их состричь точно. Думаешь? Я их состригу. Да. Я думал их отрастить, они. И вот еще. Что, долго еще будет отрастать? Ну, не знаю. Как-то длинные стали. Можно два хвостика, тут хвостик сделать, и тут. Что-то ерещит, ему просто водит тут, да? Тебе это больно, что ли? Тут просто водит. Ну, да, карандашом. Красиво получается, нравится? Что нравится? А, тут сука. Какая? Вот это? Да. Или детка? Нет, мне обе они не нравятся. Это вообще уродливо. Ой-ой-ой.
А что будет красное с белым, представляешь? А вот это красное, это уже у него покраснело или это краска там? Покраснело. А, так это покраснело. То есть она потом будет просто черно-белая, да? Угу. Что ты специально верещишь? Давай не ври, а. Вон девушка сидит, смотришь. Специально верещишь? Специально верещишь. Специально? Да я потею, посмотри его. Вот. Ага. Дай мне конфетку. Ага, шучу. Нет. Терпи. Ну все, все, хватит, хватит. Тебе кто-то написал. Нет, я буду смотреть, как сидит. Я копчусь? Да. Быстрее делайте ему что-нибудь. Запись идет. Верещи, я сказала. Сколько времени? 5, да? Не знаю. Ну мы успеем, нам сейчас сумки надо принести. Билет я отпечатал. Надо их отвезти. А? Сумку отвезти надо. А что, все так кричат, когда делают татуировки, или он делает? Никто так не кричит. Я... То есть ты специально, да, так кричишь? Видишь, на лобу никого нет, потому что я пришел. А вот эту больно штуку тыкать? Лазер? Да. Ну там интереснее, там соски натручивают. Все, хватит снимать. Там качество хорошее, много весит. Маш, хватит. Я с другого ракурса снимаю просто. А ты для этого что-нибудь принял, чтобы тебе не больно было? Не ври. Это у кого-то конфеты. А что, нельзя без боли вообще принять? Может, не так будет больно? Ну, их надо объесть сильно много. А навокаином там обколоть нельзя? Блокаду поставить, ногу заблокировать. Что, нельзя так сделать? Блин, а местно же я не делал это неправильно. На, было, я тебе поставлю все. Мало эмоций, больше? Да, дай телефон. Ну, хватит. Давай. Попроси пощады. Все, пожалуйста, надо мне денег. А это ты бьешь, не? Что это такое? Где? А зачем заматывать стенку? Чтобы не высохло. Она сукровицей покроется так, ну, как обычно, царапина. Это же повреждение кожи. Мне же еще лазером надо походить сегодня титечку. Вот тут. Это душ на час, это еще не на час. Не, ну видишь, мы мужичку, мы полчаса уже отдыхаем. А ко мне сейчас знаешь, как больно будет? Еще больнее будет. Тут мастеров вообще вагон прям. Такой гуд стоит аж. Не отвлекайся. Не отвлекайся. Че это такая ювелирная работа? А потом приходит дело привыкание, и он перестает дергаться.